Здрасте, вот сам ноутбук. Здесь у нас, не знаю, как скол, не скол. Пластик слетел с краской. Общее состояние. Так, сейчас сразу сначала в Аиду зайдем. В комплекте идет только зарядное устройство. Степень износа 33%. Зарядки по характеристикам сейчас и здесь покажу, и в свойствах. Так, Cool Celeron. Так, и сюда также зайдем, видеоадаптеры HD Graphics. Здесь то же самое, Celeron, два оперативки. Так, далее зайдем в браузер. Сразу скажу. Летать на самых роскошных самолетах в мире, мы полетим на самом дешевом самолете в мире. Он очень шаткий. Вот доллар. Я очень нервничаю. Нечего нервничать, я уже супер шустрый. Так делал. То есть 6 раз. А больше всего переключим. Мне нравится то, что мне... Ему надо прогрузиться, то есть от интернета еще зависит. Вы получаете две огромные комнаты. Вы получаете весь самолет. Частный. О, это прям как яхта. Это безумие. То есть если прогрузится, работает нормально. Сейчас другое видео тоже какое-нибудь нажмем. Тут уже, говорю, чисто от интернета зависит. Меня 100 человек возрастом от 1 года до 100 лет. Каждый заперт. Выносливый парень. Я поверить не могу, что башня работает достаточно быстро для своих характеристик. Внешне показал. По характеристикам показал. Так, сейчас еще в Crystal Disk зайдем. Так, две флешки стоит. Вот поставил здесь с этой стороны. Вытаскиваем одну. Kingston пропал. Вытаскиваем вторую. Вин пропал. Так, разъемы у нас, соответственно, два. Все оба работают. Так, сейчас флешку еще раз поставим. Звуковой сигнал увидели, услышали. Так. Иду пока закрою. Сейчас нагрузит он ее. Тоже. То есть ему надо немножко времени дать раскачаться. И потом нормально он работать пойдет. Окей. Угу. Жесткий на 500, текста нехорошая.